ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Thank you.
Осмотрись, если хочешь. Я тебя догоню.
репортером был? Нет, просто увлечение. Привет, песик. Thank you.
все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталей. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно.
Принес? Прошу к столу. Дрогнем. Ровной дороги нам, Петрович. Идем, Петрович. Скоро до города доберемся.
Ночью ничего не заметил, тут кострище еще дымится. Кто-то здесь был совсем недавно. Хорошо бы проверить дом.
Черт! Канистру свистнули. Придется поискать топливо в деревне. По сараям пошарить.